хочется, чтобы нас любили как можно больше народу. Не знаю, прошли бы финал песенного конкурса эти девочки, но на пресс-конференции в свою честь они держались непринужденно. Они – это группа «Лицей», концерт которой, организованный при участии радиостанции «Европа Плюс», состоялся таки в Петрозаводске. Группа не входит в число суперпопулярных, однако трехлетний ее путь вполне можно назвать восхождением. Как всегда, трудно сказать, заберутся ли они на Олимп или ограничатся Ленинскими горами. Но свою аудиторию в Петрозаводском мюзик-холле под названием «Машиностроитель» Лицей собрал. Участницы группы выглядели на сцене как три грации призыва 90-х годов, и их музыка звучала соответственно.